хочется как в сказке начать разговор. В старые добрые времена, в 39-м царстве, в 39-м государстве, в 30-м государстве, одним словом, женщины раньше, отреченные или отлученные от политики и бизнеса по гендерному признаку, все занимались рукоделием. Поэтому были всегда терпеливы, внимательны очень, потому что рукоделие требует внимательности, спокойны, потому что расслабляет рукоделие, и вообще пребывали в нирване. Потом старые добрые времена закончились, 39-е царство закрылось. И вот сейчас мы такие все нервные, нервные, подвижные, и некоторые даже, согласись, даже пуговицу не могут пришить. Ну, безусловно, это с одной стороны. Но с другой стороны, я не знаю, кто был отлучен от политики, что такое там Екатерина. Нет? Ну, были исключения, но были исключения, они все равно занимались этим рукоделием, даже если были при делах. Сегодня точно. У нас в студии два мастера. Рукодельника. Рукодельницы. Да. Чьи выставки одновременно проходят в Нижегородском выставочном центре. Это Надежда Лушина. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Александровна, потомственный мастер традиционной хохломской росписи. Вот вы видите, что стоит здесь на столе. И Ольга Калягина, мастер золотого шитья. Тоже вот эта красота неимоверная совершенно лежит у нас здесь. Но, наверное, это самое яркое пятно в нашей сегодняшней студии. Расскажите, что вы нам принесли показать? Это вообще настоящее произведение только искусства. Не золотого шитья, все-таки золотного шитья. Золотного шитья. Это мой последний платок, юбилейный. Называется «Родные мотивы». Ну, родные, потому что сюжет взят, как говорится, с родины уже с новой. Сама я родилась и выросла в Граце, где исконно была золотная вышивка. Причем она была какая-то необычная тоже, имела свои особенности. Да, конечно. Да, нижегородское золотное шитье, оно отличается от любого другого шитья именно тем, что было саженье по золотному шитью, то есть его расшивали еще стразами, бисером, жемчугом, даже перламутр пришивали. Больше нигде в золотном шитье такого не было. На Руси. А вот скажите, пожалуйста, все эти прекрасные украшения, которые в церкви носят священники, потом царские все эти наряды, они же все ушиты жемчугом, и это что, из Граца все пошло? Ну почему? Это не пошло из Граца. Это монастырское шитье. Угу. Монастырское шитье у нас в Нижегородской губернии от 18 века уже прослеживается вот именно наш куст золотного шитья. И оно было именно таковым. А то, что расшивали, как говорится, царям-батюшкам и царицам-матушкам, так, это в монастырях шили, и там уже... Ну, как бы не было вот именно оттуда оно привезено, отсюда оно привезено. Просто... То есть простым-то смертным и не доверяли. Конечно. Простой смертный даже, я вот не знаю, можно ли в этом произведении искусства представить современную женщину в такой вот... Ну, разве что если на каком-нибудь званом вечере с английской королевой. Почему бы не пойти в большой театр в маленьком черном платье, накинув на себя такую шаль? Конечно, это не каждый может позволить, потому что цена ее равна, как говорят, трехмесячным зарплатам средним. Потому как делается она 3-4 месяца, вышивается этот платок. Поэтому это достаточно затратно. А если еще и ручная вышивка, то там еще поднимается в цене. Но, тем не менее, есть такие... желающие, которые хотят. Об этом еще поговорим. Надежда Александровна, а вы что принесли сегодня к нам в студию? Причем я вижу, что два предмета отличаются от третьего предмета. Даже по текстуре, по рисунку. Ну, во-первых, я хочу сказать о выставке, которая будет проходить у нас в выставочном зале. Выставку я посвящаю прежде всего памяти моей матери Ольги Павловны Лушиной, и посвящается это ее 90-летию. И моя часть выставки, и здесь присутствует и мамина часть выставки. Поэтому здесь есть предметы и мои, и мамины. Мамин который? Вот мамин, вот такое вот овальное долбленое блюдо. И в технике кудрины выполненное так, оно выполнено где-то в 2000-м
году, достаточно известные уже. И мои работы – это вот травно-верховая роспись, блюда, традиционные предметы. Кстати сказать, хлебницы и блюда – это самые основные традиционные предметы. И вот кудринный поставок красный. Поставок? Поставок. А что это? От слова «поставить». А вот. Это очень просто. Вот, от слова «поставить» и крышечкой прикрыть обязательно. У поставка обязательно должна быть крышка. Вот такие предметы объемные с крышками, они предназначались прежде всего для хранения сыпучих, допустим, продуктов. Почему я сразу к продуктам перешла? Потому что вся хохломская роспись – это не баловство, не украшательство, скажем так, а это такая вот нарядная посуда. Никакая не сувенирная, а именно предметная группа посудная. И поэтому основным предметом вот в ассортименте испокон веков были чашки, ложки, поставки, медовики. Специально точились крупные такие цилиндрические, очень симпатичные поставки с большой каковкой, чтобы можно было удобно снять и закрыть. Это поставки-медовики. Еще одно слово – каковка. Каковка. Вот каковочка здесь, да. А там была каковка такая большая, да. Ручка, то есть, причем вот даже если обратить внимание, то есть соблюдалась эргономичность вещей, чтобы их было удобно ими было пользоваться, да. Чтобы можно было взять в руки так, чтобы она не съехала, не упала, да. Или, там, допустим, такие крутобокие поставки, а медовики предполагалось, что их носить не надо, мед тяжелый, его поставил на полу, стоит. Там, и стой, открыл, достал, и нормально. Точно так же вот сухарница, чтобы она много места не занимала, потому что столы не всегда были очень широкими, тогда ставили вдоль стола вот такой вот овальный предмет. Вот знаете, какой у меня вопрос? Работы много... Вообще очень сложный этот вид народного промысла. А почему в таком случае, в том селе, где вы родились, где исконно люди занимались все, от мала до велика, вот этим как раз, почему называется оно безделье? Как будто там вроде, никто ничего не да, а все жители, получается, так, что бездельники, да? Ну, правильно. Ну, во-первых, каждое село или деревня, они имели каждый свой как бы характер жизни. Например, шабаши деревня. Что там были? Шабашники жили. Что такое шабашники? Это семейный подряд. Собирались братья, там, отец, там, сыновья, родственники. И ходили по деревням, строили, были плотниками, там, допустим, да? Шабашили. От слова сейчас у нас шабашники. Точно так же и безделье. Большие безделья, ныне Новопокровское. И малые безделья, ныне Виноградово. Вот. Переименовали их. Аккуратно переименовали. Бездельники почему? Опять-таки, каждая деревня носила свой дух по мужчине прежде всего. Там, там шабашили мужики, ну? А здесь бездельничали тоже мужики. А то есть женщины делали? Нет. Вот происхождение этого слова странно очень. Дело вот в чем. Дело все в том, что росписью занимались декоративной. Вот росписью, декоративной частью занимались в основном мужчины. Вот. И это продолжалось до Великой Отечественной войны. Потому что, ну, просто-напросто художникам, когда дали вместо кисти ружье, как-то очень много их погибло на войне. И тогда вот Федор Андреевич Бедин, очень известный мастер, он набрал группу молодежи, мальчиков и девочек, и вот с тех пор пошла женская тема в росписи. А как-то поменялась хохлома после того, как она стала да. женской? Я должна вам сказать, да. С другой стороны, Ольга Юрьевна, а все-таки женская ведь у вас промысел-то женский. Вряд ли много мужчин, которые занимаются золотым шитьем. Согласна. У меня как-то получается, когда что... Когда успевали женщины вот этим всем заниматься, да, если без детского сада. Да, дети без детского сада. Печь, скотина, огород и так далее. Все в общем, все дела-то остались. Я затрудняюсь сказать, как городцы управлялись. У меня получается. У меня есть и дети, и огород. Скотина, правда, одна собака. Угу. Вот, с этим повезло. Да-да. Вот, больше не нарастили, но огород хороший, и постряпать я люблю, вот, но без этого я тоже жить не могу. Как-никак в 15 лет пришла 40 лет назад,
как пришла в вышивку, так с ней живу. Это уже образ жизни, образ мысли. То есть сподвигнуть на платок может любой цветок, встретившийся в саду, любой какой-то завиток, где-то увиденный на изразце. То есть абсолютно никчемное какое-то что-то увиденное, это уже... Когда вы знали, из какого сора растут платки? Абсолютно, абсолютно верно. Интересно, а как реагируют на ваши работы за рубежом? Я знаю, что они отправляются из Нижнего Новгорода в совсем далекие страны. В разных направлениях. В разных направлениях. Ну, я не знаю, как реагируют за границей, но я работаю с одной фирмой, которая с удовольствием берет у меня по несколько работ в год. Это в основном декоративные панно в багете с паспорту, выполненные в традициях залотного шитья нашего нижегородского. Они увозят в Японию как VIP-подарки, именно как лицо нашей Нижегородской области. Вы знаете, молва гласит о чем? Что и роспись по дереву, и тем более вышивание, они обладают еще и лечебными свойствами. Я вот нашла, например, роспись по дереву лечит близорукость, помогает при аллергическом дерматите, травмах, ушибах, гематомах, способствует заживлению язв дэнсперстной кишки, лечит гастрит, бронхит, одышку, нарушение вестибулярного аппарата, травмы печени. В общем, сонливость. Да, и все такое. А ручное вышивание лечит головные боли, шум в ушах, умственную усталость, нервное перенапряжение, воспалительные заболевания, вообще всего и вся. И самое главное, что и то, и другое рукоделие снимают порчу. И правда ли вот это все? Или это все сказки какие-то? Рассказывает нам интернет. Я не знаю, в Кашпировске, конечно, мы никогда не записывались и записываться не собираемся. Приехала у меня очень хорошая знакомая, можно сказать, подруга, которой неудачно сделали операцию, и она лежала всю зиму просто в лёжку. Ноги не ходили. И приехала весной, когда на своих ногах, сказала: «Оля, я выжила только благодаря твоей птице», которая была подарена ей на юбилей, висела напротив ее кровати. Платок тоже? Нет, панно птица. Да. И вот выходило солнышко, вот эта вот птичка переливалась вот этим бисером, вот этими цветами. Я на нее смотрела, и в конечном итоге мне захотелось жить, мне захотелось выцарапаться, и у меня получилось. Вы же работаете руками, это мелкая моторика, да. То есть понятно, что она связана с головой. Понятно, что она как-то, в общем-то, будет ваше воображение. И потом, что касается вот шитья, это же тоже много всяких точек на руках, и вы как-то все невольно задействуете. Самое главное, что мы несем позитив. Через свои пальцы, через вот это вот удовольствие, потому что когда я работаю, это для меня не работа. Когда мне говорят: «Господи, сколько же терпения надо?» Да упаси Боже, если будет терпение. Ничего не получится. Нужна любовь к этому. Когда ты сидишь, получаешь наслаждение, ты отдаешь душу, ты вкладываешь сердце, и тогда идет отдача от работы от твоей. А ведь чего? Только отдача? Так. Вот в виде этих позитивных... В виде теплоты. В виде этих позитивных волн, скажем так. Я не знаю, в виде чего. Но когда человек подходит к твоей работе и просто останавливается, и долго-долго стоит, сначала вот пробегает ее, потом возвращается, и долго-долго стоит и рассматривает каждый цветочек, каждую вот веточку, птичку, рыбку или что там изображено. То есть он заинтересован, он уже туда утонул, в эту работу. Вот если он туда вошел, значит, она его тронула. Значит, она не зря была сделана. Надежда, а у вас как с хохломой? Какое влияние оказывает вот эта вот посуда, если ей на самом деле хотя бы иногда пользоваться в быту? Потому что мы-то по сути уже ушли от этого, да, и деревянные ложки, они, конечно, есть, наверное, в каждом доме, но ими не пользуются, таких чаш. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, конечно... Я хочу сказать от лица мастера. Вот Ольга сейчас сказала относительно зрителя, который воспринимает наши работы, а я вам скажу со стороны мастера. Отношения и что с мастером может произойти в тот момент, когда он занимается. Творит. Моему прадеду... Ведь творчество, это ведь творчество, моему прадеду, правильно? Архипу Михайловичу Серову было 90 лет. Когда его посетил болезнь Паркинсона, многие знают, что это такое. То есть это драйв такой, который... И руки трясутся, это вот особенность. Да, и это вообще, то есть, казалось бы, совершенно невозможно, как это можно с кистью тут вот, да. И тогда он просил ученика, брал в руки чашку и просил ученика поставить его руку с кистью на поверхность чашки. Угу. Вот весь шатаясь, достаточно было только
прикоснуться кистью к этой чашке, прекращался драйв, и начиналось вот это вот волшебство, начиналось такое творчество. Хорошим мастером, если... хорошим художником. Да, это известный очень мастер, очень известный травник, человек, который всю жизнь посвятил, у которого и его прадед занимался этим. То есть я в шестом поколении. В шестом поколении? В шестом поколении. А вы прям проследили вот эти поколения до... Ну, скажем, не я это проследила. Проследила наша творческая мама или бабушка, известнейший искусствовед научно-исследовательского института художественной промышленности Вероника Михайловна Вишневская. Многие нижегородцы, наверное, помнят вот этот, ну, те, кто постарше, к 80-му году, к Московской Олимпиаде, был выпущен альбом Вишневской. Ну, после этого альбома, наверное, более такого популярного, доступного, да, просто для зрителей, которые не знают, что это такое, такого издания я просто больше не видела. Человек, который провел одну треть жизни своей с мастерами, вот это искусствоведы, которые, да, исследователи, которые не в кабинете сидели, писали, они жизнью мастера жили, понимаете? И то есть здесь, конечно, вот такое вот просто очень доступное повествование о людях, о промысле. Так что... И вот она до ваших истоков и докопалась. Да, да, и она как раз докопалась до истоков, потому что это была ее исследовательская работа. Но ведь они были у вас крепостными крестьянами, да? То есть все, кто жили в деревне, они были крепостными. Не было там крепостных крестьян. Нет, там не было крепостных крестьян. А, наверное, по истории вы помните, что на левую часть Волги нога стрельца не ступала. То есть но зато там было горах. Вот это то, что происходило в лесах как раз. Да? Ну да, да, это вот как раз те места. И даже Манефинская могила недалеко от села Хохлома. Хохлома, почему произношение такое? Потому что стоит на речке Хохломка. Поэтому и произношение правильное — Хохлома. Вот. Ну, были там совсем другие дела. Там были перекупщики. Молодые менеджеры, говоря современным языком. По продажам. Предпринимать. Но с другой стороны, обвинять их, конечно, они очень в кабалу забирали красильщиков. Это называли так, красильщиков. Но с другой стороны, они давали возможность развиваться этому промыслу. И распространяли его по стране. Распространяли — это одно. Но ведь, понимаете, коробейник, он пустой не придет за товаром. То есть... Здесь очень хорошее географическое расположение. То есть Волга, это вам, пожалуйста, север, юг, Ака, вот, пожалуйста, середина так, самое государство нашего. И очень много работ увозилось в Турцию, например, юг. Да, да, торговались. И пользовалась спросом. Сразу это очень пользовалась большим спросом. Ну, любит золото, блестит, ну, красненько. Да, да. Хороший. Восток, а вот откуда, думаете, вот такие вот мотивы взять деревню? Ведь это же раньше называли медвежий угол. Откуда там такое чудо-то, да, вот оно как-то так вот, жар птица-то, почему там приземлилось? Все семеновцы так говорят. Вот. Вот видите орнамент? Он напоминает и парчу, и тафту. Да. Да. Восточные платки, то есть орнаменты. Есть местные мастера, то есть менеджеры привозили товар, привозили восточные ткани, платки, там прочее. А видели, вдохновлялись? Естественно. То есть это вот такая... Но кабала, конечно, была мощная. Сегодня мы говорим о народных промыслах. У нас в студии потомственный мастер хохломской росписи Надежда Лушина и Ольга Калягина, мастер золотного шитья. Их выставки сейчас идут в выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского. И... Мы до рекламы говорили об этом немножко, но вот о том мужское и женское, и Надежда Александровна сказала, что после войны пришли в роспись женщин. Вот что поменялось? В основном это массовое было как бы производство, и только в 60-е годы были организованы экспериментально-творческие лаборатории. Вот здесь методом такого кастинга, отбора, проведение каких-то конкурсов, отбирались более способные люди, так?
Художники, опять же, ведь это же все-таки мастерство, правда? Да, ведь художники. Да, художники отбирались. И вот на каждом предприятии художественных промыслов, а у нас их было 36 по области. 36? Да. И на каждом предприятии была организована вот такая экспериментальная творческая группа. И это был расцвет просто, возрождение и расцвет промысла. Наверное, сначала как раз об этом и нужно было сказать, что в Нижнем Новгороде находилось сердце художественных промыслов нижегородских. Это управление художественных промыслов Горьковского облсполкома. И находилось оно на Покровке, 43, там, где сейчас магазин художественные промыслы, и все это здание было построено именно для работы с промыслами. Никто не знает, что в подвале этого дома художественных промыслов, где сейчас, не знаю, только что не находится, там был завод. Да, там был завод, небольшой мини-завод в подвале, где создавались нестандартные оборудования для наших предприятий. Ольга Юрьевна, у вас брошь и сережки тоже ваши, такая, да, ваши собственные. То есть вы уже расширяете спектр того, что можно делать золотым шитьем. А какой самый необычный аксессуар, какую самую необычную вещь вы делали? Вот можете. Ну вот последнее, на что меня сподвигли, это пришлось орден вышить. Орден? Для Александра Первого, которого играл в лицее мой младший сыночек. Понятно. Вот. И пришлось, как говорится, костюм ему сделать. Угу. И когда я вышивала, муж ходил вокруг, говорит, ой, посудят. Почему? А потому что достаточно хорошо и грамотно получилось. Ну, то есть за основу я взяла действительно вот заготовку от большой броши, натянула и на нем вышила уже по книге в натуральный размер и, в общем-то, со всеми там причиндалами. Этот а вот все-таки вот вопрос к вам обеим. И хохломская роспись, и вот это вот чудное золотное шитье. Это все как бы древность, которая пришла в наше время. И вот действительно вы, например, делаете панно отдельное. А ведь вообще вот эту красоту можно как-то было бы, мне кажется, применить. Сейчас народ богатый есть. Свадебные платья. Вот я, например, вижу вот такую красивую вышивку, например, на свадебном платье. Или да почему только свадебное, в общем? Это концертное платье, правильно? Да, собственно, то же самое и хохлома, хохломская роспись в интерьерах. Это же ведь тоже могло бы вообще-то существовать. Вот как это? Вы как художники интересуетесь в другом каком-то качестве? В более утилитарном, да, что ли? Нет, в сегодняшней жизни это востребовано? Человек, который любит это искусство, он всегда тебя найдет. Покупают именно ценители, любители. Старины. Получается, что... Нет, не старины, а именно народного искусства, ручного искусства. Хендмейда, это модное слово. А что касается интерьеров, собственно, ну, скажем так, хохломская роспись есть на хвосте самолета какой-то авиакомпании, не помню какой, но есть. Есть. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, у меня совершенно... Задача в моей жизни совершенно другая. Какая? Не продать, не испортить, а нести ту традицию, которую я дала маме слово. Ну, если говорить глубоко, то вот это народное искусство – это часть нашей национальной культуры. Почему обязательно нужно его применить вот, ну, к сегодняшнему дню? К сегодняшнему дню. Вот надо любить то, что имели когда-то, и беречь это. Почему, например, во французских горах какой-то медный таз XIV века – наследники так берегут это, понимаете, любят, потому что это их национальная культура. А вот мы к культуре очень плёво относимся. Вот студенты, с которыми я работаю, как-то девочка приехала, говорит, ой, я в Японии была, ой, вы знаете, в Токио ходят гейши по улицам, прямо вот-вот-вот и на шпулечках, и в кимоно, и прочее-прочее. И мы пофотографировались, и прямо так здорово, так интересно. Я говорю, а давайте так, я вам вопрос задам. А вот у нас по Большой Покровке кокошники пойдут наши пойдите. Девушки. Нет, кокошник не часть национальной культуры. Головной убор не обязательно кокошник. Это красивая девичья лента. Это красивые, ну, неважно там, допустим. И дети засмеялись.
Потому что никто не готов сменить. Вы знаете, это ужасно. А дело все в том, в очень простом, что родители даже не могут своим детям часть культуры национальной, которая вот идет из глубины, передать. И даже бабушки не могут. Поэтому... Обидно. Не обидно. Поэтому у меня другая задача. Информационное поле. Это студенты там, допустим, какие-то приглашают меня на разные не мастер-классы, а именно вот какие-то встречи такие, где можно было рассказать об истории, об истинной ценности этих вещей. Так? Это информационное. А в творчестве, да, я работаю чисто творчески. У меня нет никаких контактов. То есть абсолютно. Но в 11 государственных музеях есть мои работы. Наши, в российских. Не считая за рубежом работы. Именно вот выполненные в традиционной... Спасибо вам огромное за этот разговор. А мы еще раз напоминаем, что выставки... И Надежды Лушиной, где есть работы ее мамы тоже, потомственного мастера хохломской росписи уже в 6-м поколении. Заслуженного художника России, лауреата государственной премии имени Репина. Человек, который 25 лет был художественным руководителем вот, кустового промысла родины хохломской росписи. Хохломский художник. Вы настоящий, да. Вы держите ключи да. от сердца нашего народа фактически в руках. Так что, да, я согласна. Так тоже, что... тоже Ольга Калягин, тоже выставка да. в Нижегородском выставочном комплексе. Браво, всех приглашаем на эту выставку, которая в эти дни проходит. Ну а мы с вами, спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго, с наступающим Новым годом всех. Ну а сейчас афиша самых ярких культурных событий наступающей недели. В канун Нового года в выставочном комплексе открылось несколько юбилейных персональных выставок. «Карусель» – выставка произведений Марины Поляковой. Это яркое событие художественной жизни Нижнего Новгорода. Ее работы отличаются мажорной гаммой, затейливой пластикой, многозначными сюжетами. В основе ее творчества лежит обращение к народной традиционной культуре, к фольклорным и этническим мотивам, интерпретированные в абсолютно независимом, современном авторском ключе. «Узоры нити золотой» – это персональная юбилейная выставка Ольги Калягиной, также проходит в выставочном комплексе. Ольга Калягина представляет одно из наиболее ярких направлений нижегородского традиционного народного творчества – золотную вышивку. Ее творчество продолжает и развивает древнюю традицию. Она создает платки, палантины, элементы украшения для нарядного костюма современной женщины. Еще одна юбилейная выставка, на этот раз мастеров хохломской росписи – заслуженного художника России Ольги Павловны Лушиной и Надежды Лушиной. «Золотая хохлома» – это одно из ярчайших достижений культуры Нижегородского края, получившее мировое признание. Выставка «Корни» представляет этот вид искусства в непривычном формате. Это выставка размышления о судьбах и проблемах национальных культурных ценностей, квинтэссенцией которых является крестьянская деревянная посуда и утварь с пылающей красками росписью. Рождественские праздники – единственное время в году, когда в чудеса верят все – и взрослые, и дети. И пусть чудо для каждого свое. Для ребенка – это оживший кукольный щелкунчик, победивший мышиного короля и ставший принцем, а для взрослого – возможность попасть на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Но все эти чудеса возможны и непременно произойдут этой зимой. «Синема Парк» и «Театр HD» представляет балет «Щелкунчик» хореографии Юрия Григоровича на волшебную музыку Петра Ильича Чайковского. Это лишь некоторые события, которые стоит увидеть. Живите культурно! Это программа «Арслонга». Мы рассказали вам все, что хотели. И ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании «ННТВ» каждую пятницу вечером. Всего хорошего. Увидимся.